Тем временем лучшим акимом выбрали руководителя Жаушикумский сельского округа в Туркестанской области Нурбакыта Нурсиитова. Третий по счету республиканский конкурс организовали в агентстве по делам государственной службы. В нем участвовали около 100 сельских акимов со всей страны. На первом этапе участники защитили свои социальные проекты. После проходили тест на умение решать практические задачи в критических ситуациях. Победителей, занявших первое, второе и третье место, сегодня в столице наградили почетными грамотами от агентства. Здесь также прошли тренинги по публичному выступлению. Предлагаемый мной проект касается развития сельской экономики, так как сельское хозяйство является основным источником средств существования в ауле. Мой проект направлен на орошение свыше 12 тысяч гектар земли. Моя цель – защитить проект через Исламский банк развития и превратить его в источник дохода на благо людей.